Так, бронзовый призер гонки с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на спартакиаде Савелий Коростелев. Специально для «На лыжи». И вопрос такой, Савелий, скажи, пожалуйста, как бороться с тем форс-мажором, который с тобой случился? То есть как ты психологически от этого отходил? У юных спортсменов очень часто возникает подобное. Как вот, что, какой совет ты дашь? Всем привет. Никто от этого не застрахован. То есть... такое случается со всеми. Что-то приходит с опытом, что-то как бы ты ничего с этим не сделаешь. Просто как-то уметь отпускать эту ситуацию и двигаться дальше. Ну вот как ты отпустил? То есть ты где-то, может, закрылся, покричал, там, я не знаю, выругался, и потом все, выплеснул эмоции и дальше живешь. Посидел в боксе, выдохнул минут 10-15, пошел, покатался, отпустил, и все, дальше пошел. Ты попытался в юмор, в шутку перевести эти? Да я сейчас над этим смеюсь. Но это после сегодняшней бронзы? Нет, сразу, то есть я уже вечером того же дня после скиатлона смеялся, над этим ходил. Просто я встретил твоего дедушку, и он сказал, что я к Савелию даже не подходил, его лучше сейчас не трогать. Да не, это все-таки из года в год с этим легче свыкаешься, да, я, может быть, раньше еще более острее реагировал на все это. Сейчас я говорю, мне буквально полчаса-час достаточно, я отпускал ситуацию. Савелий, Сергей Устюгов сказал, что современные лыжные гонки контактные, это прям настоящая жесть. Ребята стали бегать гораздо более жестко. Ты с этим согласен? Сереже не хватает сейчас соревновательной практики, в плане того, что он давно не бегал, он от этого отвык. Все-таки мы же в этом варимся, мы из гонки в гонку друг с другом находимся, поэтому... Для нас это не так критично, но как будто бы все-таки на спартакиаде ребята чуть пожестче действуют. То есть он в чем-то все-таки прав? В чем-то прав. Савелий, ну и последний вопрос. Скажи, пожалуйста, все гонки планируешь бежать оставшиеся? Командные гонки точно. Марафон процентов на 80, да. Удачи тебе от всех наших подписчиков.